Глава Якутии одобрил идею молодежного правительства о создании Центра поддержки молодежных инициатив. Об этом он сообщил во время общения с лидерами молодежи. Это вторая встреча Егора Борисова и молодежного правительства. В прошлом году членами Кабмина реализовано 20 различных проектов. В 2016-м планируется организовать профессиональные конкурсы среди молодых врачей и IT-специалистов. Кроме этого, уже 10 марта начнет работу молодежный экономический форум. Обновленный состав молодежного правительства показал себя максимально эффективно. Основной упор в молодежном правительстве, конечно же, делается на самих членов. Это не все возлагается на заместителей, на председателя. То есть мы хотим как раз-таки максимально выявить потенциал тех ребят, которые входят в состав молодежного правительства.